Витамины из теплиц. В селе Кошница Дубасарского района Павел Терентьев выращивает редис и зеленый лук, которые весной пользуются повышенным спросом. Очень много стало витаминов для примавара. Не трезим до диминяца, пила орели шапти. И начнем зима де лукру. Прям до диминяца по насяра. Любовь к выращиванию овощей Павлу передалась от родителей. После окончания учебы он решил начать домашний бизнес. Стартовал с 4 небольших теплиц, затем построил 2 современных солярия для огурцов, редиса и лука. Выбор на редис и лук выпал не случайно, а благодаря натуральным удобрениям фермер собирает хороший урожай. Мы выращиваем редис и зеленый лук, потому что они устойчивы к холоду до минус 8 градусов. У меня проблем нет. Каждую осень используем только натуральные удобрения от коров, никаких химикатов. Сейчас редис продается по 40 леев за килограмм. Зеленый лук реализуем по более низкой цене, чем в городе – 50 леев. Чапа верди, удамлом прец, маймик, калаураш, 50 леев килограмма. Эпидемия не отразилась на бизнесе фермера. Некоторые сами приходят. Многие уже знают о нас. Мы продаем из дома. Около 20-30 покупателей в день. Рады, что мы дома, с детьми, а не за границей. Там тоже сложно. Покупатели уверены, что продукты натуральные. У Павла, говорят, вкуснее. Дети тоже могут есть. И мы едим. Доверяем тому, что он делает. Да, очень вкусно. Довольно хорошая цена. Фермер уже успел продать весь урожай лука. Через 3 недели он начнет сажать огурцы. Инвестиции составили 14 000 евро. Деньги взяли взаймы.